Сотрудники ГИБДД проверили правила перевозки пассажиров в общественном транспорте. Рейд прошел совместно с Ространснадзором. Итоги проверки оказались неутешительными. Чаще всего водители нарушают ПДД, не содержат машину в надлежащем состоянии. Это не единственное нарушение. Владимир Урзакаев расскажет подробнее. Отсутствие страховки, неисправное техническое состояние маршрутного такси и ненадлежащие путевые листы. По словам сотрудников республиканского ГИБДД, это основные нарушения дагестанских водителей маршруток. Чтобы пресечь их, в регионе проводится рейд-автобус. Цель данного мероприятия – это снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдениями юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. При выявлении каких-либо нарушений составляются административные материалы, а также привлекаются к ответственности как юридические лица, так и должностные лица. Также госавтоинспекторы проверяли салон общественного транспорта на наличие масок у пассажиров. У кого их не было, выдавали бесплатно. В этот раз нарушители масочного режима отделались замечанием. Есть указ главы Республики Дагестан о соблюдении масочного режима. Среди частых нарушений, по словам сотрудников Ространснадзора, перевозка пассажиров стоя. За такое водителю грозит штраф 1500 рублей. Ведь это опасно для жизни. При резком торможении люди могут упасть и получить увечья. В ходе рейда выяснили, что у некоторых водителей общественного транспорта и вовсе отсутствовала страховка пассажиров. Рейды по городу бывают часто вторник, пятницу в основном. И в другие дни, да, но в основном регулярно. Мы регулярно проводим, стараемся, чтобы соблюдали правила перевозок пассажиров, чтобы не нарушали, чтобы нашим гражданам было комфортно ездить на общественном транспорте. Только за один день сотрудники ГИБДД и Ространснадзора составили более 20 протоколов. Такие рейды в регионе будут проводить ежедневно до 7 ноября, чтобы жители и гости столицы могли чувствовать себя в безопасности, когда едут в маршрутном такси. Вадим Розакаев, Махарбек Амариев, Камила Раджабова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.